Нас там пугают челы, которые как бы это на джойстиках играют. Чем пугают? Ну, что это, пизды дадут нам? Я так понял, там из групповых этапов прошли челы. Ой, точнее, из отборочных прошли челы с блоек там и так далее. Опасно. Как бы. Да, серьезно. Не, на самом деле это жестко. Ты просто не понимаешь, насколько ебанутая система аим-ассиста там. Я знаю, я видел. Она просто... Пацаны кое-как разворачиваются, но у них залетает все. То есть он в тебя развернулся, то... Да, если ты не закрылся... Но они бегаться нормально не могут. Ну, то есть, типа... Ну, и просто в размен с ними идти не надо в один квадрат. То есть, в принципе, ничего не меняется. Люди близко. Люди близко. Я далеко. Танцует? Нет. Нет. Блять. Вернись. Уронил. Чего? Я вижу чела под собой, пытаясь разрезать рампу, она не разрезает с первого раза. Потом он оказывается, блядь, наполовине в своей. Нет, чуваки, просто кастомные сервера, туда может попасть любой чел, кто введет пароль. То есть чисто технически Fortnite, он кроссплатформенный. Но! Есть одно но. Если вы играете соло, допустим, с Пеки, вы не попадетесь против консольщиков. Жаль, реально. Вот там бы посмотрели на все их охрененные стройки. И развал кабинетов. Бля, тебе просто людей не жалко, поэтому ты такой. Да не, ну в смысле, консоли — это полноценные игровые коробки. Ну да. Особенно для компетитив сложнейшей игры на ПК в данный момент. Это вот тупо на консольке можно поиграть. Капа. На рафланочах чисто так. Почилить. Ты типа недооцениваешь их. Они, говорю, они так задрачивают, ну, типа, некоторые так задрачивают на эти консоли. Ну, опять же, понимаешь, это с этой стороны люди, которые так задрачивают на консоли, им бы проще было играть на ПК. То есть, если они так на консоли могут разваливать, то на ПК бы они разваливали еще лучше. Типа, это просто типа адаптация, ну, чел. Может адаптироваться под любую хуйню. Нет, это просто у чела не очень все хорошо с пониманием компетитив игры, и он играет на консоли. Типа это. А у нас люди сзади. Не попал. Пушка. Ну это какой-то типа задр, а-ля. Как он там, блядь, заредачил за свой ебаный конус. А я бегу и не могу понять, как мне конус туда ему воткнуть этот. Да, блядь. Не продавай меня, брат. Заряжено ничего. Долбоеб все роняет. Пойдем на ебасос. Thank you.
Ещё, близко, близко. И тот нокнутый. Хорош, еще сейчас придут другие, помнишь, да? Кто в тебя работал? Золотой стартинг. Он вот в соседней клетке. Блядь, еще раз зашелся, дядя. Ну, блядь, можно я поиграю сегодня? Какой бред, нахуй. Он просто стоит и стреляет в эти ебаные построи. Ну, в эти ебаные стенки. Ни один меняемый чел не будет так нахуй ломать ничего. Ну да, потому что ему наебало просто будут ваншотнут. Ну или даже в момент прострела ему дадут вибасос и закроются сразу опять полом. Типа, ну мы с казуалы, мы же с тобой не задрачиваем, правильно? Слишком, слишком короткий стет для сделки. Ты застрелил человека или пол? Нет. У меня чел избегает. Идем. Привет. Тебе приходит уведомление при поддержке Тора. P.S. Я поддерживаю тебя. Шед демон. Нет, у меня там вообще сейчас пока этот функционал почти не сделан. То есть у меня вообще нет никаких уведомлений о том, сколько меня поддержало. И я не знаю вообще. То есть вот серьезно. То есть приходит вроде как много сообщений о том, что да, вот я тебя, братан, поддерживаю, там кто-то тратит и так далее. Вы должны понимать, что чтобы даже минимальную сумму в 100 баксов, от которой выплата идет, чтобы набрать, нужно, чтобы 200 человек истратило по 1000 баксов. То есть, вроде как бы немного, учитывая, что у меня там несколько каналов там и так далее. То есть, у меня там 120 почти тысяч на Ютубе на одном канале. У меня есть там 36 на этом канале. 30 тысяч или 35 тысяч у меня на Твиче. И как бы... Вроде бы как бы народу должно хватить, и чтобы у меня там даже что-то неплохое было, но я пока не знаю, если честно. Типа, если первая сумма придет какая-то больше, чем 100 баксов, я очень удивлюсь. А он уже внутри один, what the fuck?
110. Понял. Отредачить не могу. Ну, если, хотя, если ты привык есть там два раза в день, то нормально. Ну, я типа кефирчик еще есть. Я говорю, блядь, вот это такая странная хуйня, что типа задумываешься даже о том, чтобы пожрать. Стоит типа пожрать, не стоит пожрать сейчас, условно. Типа, что стоит пожрать? Я, допустим, я 2 недели пиццу не заказывал, вчера заказал. Типа, потому что... Блядь, ты спортсмен или ты быдло? Ну, так, блядь, об этом и разговор. Так и все, ёпта. Кто тебе скажет, что ты не спортсмен? Что киберспорт это шутка. Забавная хуйня. Ну типа, я говорю, начинаешь задумываться об этом. И что это действительно влияет. Гренадир ебучий. Так, я пойду это запушивать своих. Давай. Это вот последний должен остаться. Я роняю. Ну и последний должен, значит, на городе оставаться. Нормально. Дела, пацаны. Ты топ, я смотрю тебя... ты топ, я смотрю твой стрим на паре, и мне кайф, сижу на расслабоне. Слесарь Виталий. Если ты действительно слесарь, там, наверное, конечно, учиться не особо много чему есть. Но учиться как бы надо, если что. А то, блядь, стримером станешь. Можно как бы, можно подписаться, поставить лайк. Тонкий лед дорог еще вчера казался каплями. Так и я сегодня оказался чем-то. Мы так смело